Hello, мои фанаты, фанатки и просто юзеры, зашедшие поглазеть. С вами Доминик Джонс. Давно не делал обзоры, потому что ничего толком не выходило. Но вот сейчас вышла первая MMORPG для Android. Ну, не первая, но первая в своем роде. И первая и единственная пока. Такая MMORPG называется Pocket Legends. Вот опять он тупит. Просто версия, как мы видим, бета. И бывает, что он просто говорит, что не нашел сервак. Ну да ладно, не в этом суть. Хочу сказать, что я ее долго ждал с момента появления новости. Ну, пару месяцев, что ли, короче. Вот. Полностью 3D прорисованный мир. Знаете, можно сравнить чем-то с Dungeon Hunter, да? Эту игру только онлайн. Итак, вот собственно главное меню. Вот это вот мой герой и мой ник DJones VK. Нажимаем Enter World. Сначала нам предложат, конечно, регистрацию, ну там ввести имя, пароль и e-mail. Потом обязательно его надо подтвердить. Итак, не бойтесь, что она будет сейчас немного лагать. Это потому, что много народу. Вот она у нас. Так, ну, собственно, давайте посмотрим на процесс боя. Сейчас нам надо будет перенестись кое-куда там. Так вот, он что-то не хочет. Окей. Вот так вот. Ну, собственно, пока я выполняю квесты, можно ходить, значит, и драться, собственно, джойстиком, ну, как в обычных играх. Ну, мне удобнее как бы вот так вот, да? В принципе, как на компе, вот у нас, значит, хаб. Итак, здесь скиллы, здесь оружие, кстати, он атакует автоматически при нажатии этой кнопки, так что отсутствие мультитача тут вообще как бы пофигу на него. Это чат, это вот, знаете, такие, короче, движения, как в линейке, может, или в WoW, я не знаю, были ли они. Вот, привет, говорит, типа, да. Итак, собственно, пошли искать зомбарей. Так, выполняем квест. И вот здесь нас нажимаем на меню, давайте я вам покажу. Собственно, это у нас инвентарь. Вот я кое-какой шмот уже надыбал. Опа, меня кто-то фигачит. Зомбари, зомбари. Зомбари. Да валишь ты, дебил. Короче, меня походу сейчас завалят. Ладно, ничего страшного. Окей. Просто их тут до хера слишком. Респавнимся. Ну давай. Просто сейчас у меня пинг аж 1281. Ну давай, блядь, ну ты чё, сука. Сори за мат. Вот дебилой, да? Ладно. Еще раз. Идем туда же, но на этот раз не будем идти в бой. Просто у меня дома очень-очень плохо ловит сеть. И поэтому, собственно, сейчас так плохо. Короче, давайте продолжим рассмотрение нашего инвентаря. Вот здесь мы прокачиваем update stats при повышении левела, собственно, силу, dex и интеллект. Так, сейчас прибавлю звук. Я со звуком еще не играл. Ну, походу. А, вот есть звук, так. Ну, звуковое сопровождение не очень хорошее. Итак, вот сейчас я вроде как подтвердил свой аккаунт. Кстати, вот здесь лист друзей, здесь лист квестов, здесь лист скиллов и, собственно, шоп. Сейчас посмотрим, можно ли мне будет купить. Наконец-то можно, потому что до этого я не мог, потому что надо обязательно подтвердить аккаунт. Ну, здесь у нас, собственно, итемы. Вот, например, для вариора. О, можно купить, я не знаю, там... Левел 40, ага, сейчас левел 40. Короче, понятно, да? Сразу говорю, игра у меня, я нахер все удалил с телефона, она весила
Она весит на телефоне 41 мегабайт, но я думаю, любители MMORPG оценят и, собственно, не пожалеют места под эту игру, потому что игра единственная, игра действительно достойная. Вот, я удалил все с телефона, даже кое-что через Root Explorer. Опа, кто-то мне респавнулся тут. Что-то делает непонятное. Какие-то шаманские телодвижения. Окей, короче. Вот, собственно, что-то еще хотел сказать, забыл. Ну вот, 110 метров она у меня потребовала памяти, чтобы нормально установиться, но в конце концов установилась. Вот. Ну и, собственно, все. Он хочет. Ну, давайте сейчас пару зомбарей, я думаю, мы зафигачим. Давай сюда иди. А, опять лагает. У меня пинг 8000 аж показывает. А, я на скринах видел, пинг вообще 90 был. Вот, мы видим, стоит авто здесь. Вау. Вот это лаг. А, ну до сих пор сидят. Вот, собственно, у нас наши скиллы работают, да? Ну, сейчас эти зомбари опять меня зафигачат. О, как лагает-то. 12 тысяч пинг, прикиньте, офигеть. Сейчас я, наверное, дохлый буду. Короче, суть не в этом. Все, в принципе, я вам рассказал по игре. И с вами был Доминик Джонс. И ждите новых обзоров. Смотрите, как они смешно...